Словом серенады яви ослепительный лик свой в шорохе гальки и сладостных звуках сертаки, в бойне троянской и жаркой постели Калипсо, не позабыть Одиссею, любимой Итаки. Груда камней, где места для пастбища нету, старый дворец, где сутулая ждет Пенелопа, стоит ли рваться туда, огибая планету, спорить со ссылой, глаз выжигать у циклопа. Но не свернуть кораблю от поставленной цели в топоте конском и мате ахейской атаки, хрюкая хряком меж ног золотистых цирцеи, не позабыть Одиссею, любимой Итаки. Он воротится туда стариком, не героем, дом развалюха, жена в седине и морщинах, где же трофеи, тобой ограбленный трой, где ордена, что так ценятся нынче в мужчинах. Но не обманут герой ни Арес, ни Эрес, не был этим Посейдон в атлантическом мраке, в жарких краях и полярном сиянии Эос, не позабыть Одиссею, любимой Итаки, в горе и странствиях, лицо упрятал в ладони, в зное пустынь и холодном арктическом дыме. Кто бы мы были без этой легенды о доме, горстки камней, что наивно считали своим?